война Украины и России для меня абсолютно непонятна. Абсолютно, она пробила дно. Она пробила дно всех наших войн. Это череда крупнейших ошибок. Вот ты когда читаешь какие-то исторические книги или какие-то исторические события, пропускаешь через себя, и ты видишь, что ошибка определенного правителя, его окружения, она привела к катастрофическим последствиям для всего региона. Вот мы сейчас наблюдаем вот именно вот такую катастрофическую ошибку, которая привела к глобальным переменам. Самые катастрофические ошибки всегда совершали диктаторы, люди, которые долгое время находятся у власти. Меняются какие-то базовые установки, которые даны человеку, да, при рождении. Там эмпатия, там, я не знаю, не навреди, не убей, не укради. Вот это все то, что мы впитываем с молоком матери. Я считаю, что это прямо нам дано природой. И вот все это, видимо, смещается и закрывается какими-то другими понятиями, темными материями,